Иди мой посуду! Не хочу! Ах так! Что, развод? Нет, поединок! В средневековье в германских землях были очень популярны различные судебные поединки. Например, вместо развода жена могла вызвать мужа на дуэль, которая проходила по специальным правилам. Мужчина становился в яму глубиной до пояса, а женщина свободно двигалась вокруг ямы. Оружием у мужа была деревянная дубина, а у жены кусок ткани, в которой зашивался тяжелый камень. Никаких доспехов не надевалось. На дуэлянтах были лишь облегающие костюмы, комбинезоны с нашитым крестом. Бой шел до тех пор, пока противник мог продолжать поединок. Впрочем, как правило, проигравшего, даже если он выживал, после боя ждала казнь.